Еще в Древнем Риме люди осознали, насколько важна экономия земных ресурсов. Первый шаг в сторону их сбережения был сделан в Германии больше века назад. Россия же всегда имела свой путь развития. Многие годы мы не считали, сколько потратили ресурсов и сколько это стоит. Расчеты происходили по нормам потребления, и это не всегда соответствовало действительности. В современном мире эта система давно себя изжила. Именно поэтому установка высокотехнологичных счетчиков стала основой энергосбережения. Принятый в 2009 году закон об энергосбережении обязывает установить в многоквартирных домах общедомовые и индивидуальные приборы учета. Именно это позволит гражданам получать реальные показания и платить за фактически потребленные ресурсы. Установка счетчиков в Чебоксарах уже подходит к своему завершению. На сегодняшний день на электроэнергию общедомовые приборы учета у нас полностью установлены. На горячее водоснабжение установили, завершили установку года 3-4 тому назад. На сегодняшний день активно ведется работа, значит, по установке общедомового прибора учета на отопление и на холодное водоснабжение. В хозяйстве управляющей компании «Эдкер» 37 домов. Все они уже оснащены необходимыми общедомовыми приборами учета. Следующим шагом должна стать установка индивидуальных счетчиков в каждой квартире. И когда счетчики человек ставит, сразу видно, насколько у него экономия. Она, в общем-то, в зависимости действительно от экономии, бережливости каждого потребителя, может так, от 20 до 75% быть. Люди были достаточно довольны. И это все шло фасированным методом. На сегодняшний день у нас уже установлено в среднем по 37 домам 92,79%. Это очень хороший показатель, на наш взгляд. Осталось немного. Мы думаем, в течение текущего года эту проблему решить. Общедомовые счетчики не решают всех проблем. Добросовестные налогоплательщики по-прежнему платят за своих соседей, у которых нет индивидуальных приборов. Несмотря на действующий закон, привлечь к ответственности таких жильцов не удастся. Еще многое требует доработок, и управляющие компании готовы решать наболевшие вопросы вместе с жильцами. Татьяна Филатова, Александр Петров, Республика.